И снова здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. У нас с вами новая посылка от мастера Романа и уникальные камни в Низельбере. Давайте их посмотрим. Фантастический астрофилит. Сказочный просто камень. Ничего лишнего, один камень. Вот так. Обратная сторона. Размер 19. Могу на 18,5 или на 19,5. Вот такой, вот такая фантастика. 3000 рублей. Фантастическая вещь. Вот такой слюдит или мусковит. Посмотрите, какие роскошные кристаллы внутри. Высокий камень. Подложечка. И размер... Так, размер 17. 17, 17,5. Посмотрите, какая красота. Прям пластами. Вот так. 1500 рублей. Еще слюдит. Вот такая красота. Смотрите, с аметистом и с цитринчиком. Смотрите, фантастическая, просто фантастический камень. Вот так. Размер 20. Могу еще увеличить. До 21 смело могу его увеличить. Кошачий глаз. Вот камни, вы знаете, в этой посылке просто вот слов нет. 17 размер. Вот такая красота. Кошачий глаз. 2000 рублей. Еще кошачий глаз. Вот такая сказка. Обратная сторона. Двойная шиночка. Размер маленький. 15,5. 15,5. 2000. Есть у меня фантастический гранат. Просто сказочный. Сейчас я попробую по-другому показать его. Так. Смотрите. Вот. Вот такая фантастика. Прозрачный, с включениями. Вот так. Размер 18,2. Фантастический камень. Просто фантастический. 2300 рублей. Вот смотрите, он. Вот. Прозрачные. Обратная сторона. Двойная шиночка. Яшма. Яшма Урал. Простите, обратная сторона. Размер 20,5, даже 21. 21 размер. Смотрите.
Какая фантастическая работа. Под стать камню. 1700 рублей. Вот такой высоты камень. Еще яшма. Еще фантастика. Значит, смотрите, камера добавляет желтизны. На самом деле яшма кирпичного цвета. Размер, простите, размер 17,5. Повторюсь, яшма кирпичного оттенка. Камера добавляет желтизны. 1700 рублей. 17,5 размер. И вот такая фантастика. Смотрите. Яшма. Ягуар. Так, размер тоже маленький. 16,5. Что-то мастер вот прям порадовал. Как вот, как услышал все равно, девочки говорили, вот маленький размер просили. 1700 рублей любая яшма, 3 штучки их. Гелиотроп. Тоже фантастика. Вот такой сказочный. Размер 18,2. 1900 рублей. В этот раз просто фантастические минералы. Чароид. Смотрите, сколько перламутра. И на камне рисунок. Вот так. Глаз. Значит, смотрите, небольшое включение Эгерина. Вот так. Обратная сторона. Размер 18,2. Стоимость чароита 3000 рублей. Черненая. Посмотрите, черненый овал, вот такое обрамление, сказочное кольцо. Вставки в этот раз просто вот уникальнейшие. Так, чароид 3000, фуксит. Смотрите, какой сказочный лес. Включение кианита. Так, размер 18,5. Вот так. Потрясающе на руке. 2100 рублей. Еще фуксит. Вот такая сказка. Размер 19. И вот так здорово на руке. Цитрин. Цитрин кристалл. Чистейший камень. Так, что-то у меня не получается нарезкость навести. Что ж такое? Вот он, все, поймала. Смотрите, вот такой кабошон. Так. И размер 17,5. 1500 рублей стоит такой цитрин. Шерл. Вот кто просил шерл в кристалле? Вот он чуть-чуть заполирован, смотрите. Вот он. Шерл кристалл. Размер хорошая, хороший вопрос. 16,5. Смотрите.
Шерл в кристалле. 16,5 размер. 2500 рублей. Полировка просто фантастическая. Лабрадор. Вот такой пейзаж. Обратная сторона. Размер 19. Фантастика. 2000 рублей. Черненое обрамление. Вот с напаечками. Обратная сторона. Лабрадор на подложечке. 2000 рублей. Еще лабрадор. Вот такой фантастический лес сказочный. Двойная шиночка. Так, этот лабрадор, смотрите, он идет без подложки. А вы знаете, и прошлый камень тоже без подложки. Вот он прозрачный, он просвечивает. Вот он. Он тоже без подложки. Так, и этот у нас без подложечки. Вот такая фантастика. Очень стильные вещи в этот раз. А камни вот высочайшего качества. 2000 рублей лабрадор. Высокий, смотрите какой. Так, серафинит. Сказочный камень, сказочный. Вы знаете, больше, наверное, флюорит напоминает, потому что вот эти всполохи, они, вот смотрите, иризация какая. Вот так. Чернение, нейзильбер, вот такой высокий. И размер 18,2. Плюс-минус, на размер могу уменьшить, увеличить. Вот так. 2300 рублей серафинит. И завершает наш сегодняшний показ. Вот такая фантастика. Высокий. Роскошный. Так, размер 16,5. 3000 рублей. Петерсит в нейзильбере. Все абсолютно сегодня камни в нейзильбере. Я всегда пишу в названии. И вот такая сказка. Ну что, на этом я хочу закончить свой сегодняшний показ. Доброго вам воскресенья! Будьте здоровы! С вами была Татьяна.